же детям пошли покаяние? И прости, нет в них Бога искания. Говори к их сознанию и совести, говори к ним с любовью и строгостью. Забери у них чувство беспечности, дай подумать о ждущей их вечности. Боже, поторопи их, пожалуйста. Время коротко, время безжалостно. Без тебя, Отче наш, не получится, чтоб им голоса нашего слушаться. А душа за них наша тревожится, ведь и грех непокорности множится. Без тебя в бездну вечности катятся, тонут, но за спасение не схватятся. Ты прости им их ожесточение, твоей милостью пренебрежение. Видишь ты, как их сердце стремится к суете и утехам земным. Разве может твой дух обновиться там, где места нет чувствам святым? Враг их держит, их души закованы. Ты разбей эти цепи греховные и пошли им вины осознание. Пусть падут пред тобой в покаянии. Дни летят, дни мелькают безжалостно. Ты помилуй их, Боже, пожалуйста. Ты помилуй их, Боже, пожалуйста, пожалуйста.